Васюк плющится. Лап, посмотри на лапку. Лапку, да, 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 да. Что видел ты, ты видел рай? Богатство изломанное. Всем привет! Это снова Рос, Рука, и мы находимся на выставке «Усатые звезды». Вы смотрите канал «Громогон», а дальше мы посмотрим, что на этой выставке у нас будет. Я не знаю, что получится. Я тут разрываюсь. Потом что-нибудь смонтирую, посмотрим, что будет. Тут столько крыса. Показываем размеры выставки. Несмотря на то, что уже конец. Ну да, несмотря на то, что конец уже, народ еще просто орава. Засветил всех. Один несчастный маленький крыс. И большой зеленый яблок. Очень счастливый. Что-то спер. Слушай, красавчик какой вообще. Фуксия красавчик. Ой. Чё, какая хорошая квыса. Это вообще бузюзюка. Я сам говорил, что большая квыса. Смотри, какой большой. Так и я вижу же, ну. Я вижу уже. Какое пузо. Он хочет бежать. А, нет, сказали, что непоседовал. Это видно. Черный непоседа. И там он еще спят. Ну и вот в итоге мы нашли Девила. Я без него отсюда не уеду. Вот он красивый такой парень. Да. О, а тут еще сын кого-то нашел. Ой, тоже какой пузан, бафой. Нюхать мне. Ой, извини, да, от меня пацаном пахнет, пардон. Смотри. Крыса в костюме. А можете чуть-чуть поближе к себе? Ну, крыса позирует. Нет, я вернусь к Дэвилу, да? Осторожно. Я хочу к Уизу. Так, и вот тут, я так понимаю, кому мы отдавали Агуську. А где сама-то она? Да вон две Агуськи сидят. Где наш пол... Пасюкадла наша? Как же ты вымахала нос! А гутяхи наши? Смотри, ты можешь еще делать так. Чесательное пузо. Можно я попробую? Только не урони. Подержи, пожалуйста, поясницу попу перевешивай. Под попу подержи рукой. Под попу подержи. Ай-яй-яй, все. Ладони, они уже просто спине, а перед ними я просто под лапу. Вау! Оп, то есть, ну, неваляшка такая. Кресячий неваляшка, реально. Не будете, боже мой. Ну ты с такого размаха-то не делай. Да, я побегу, что же сниму тут. Шикарно. Нося, покажись, пожалуйста. Ну покажи носик. Да не туда. Ну, прикольная. Да, она такая классная. Лиза. Даня, у тебя вообще на этом самом сидит... Иди сюда. А это наша сестра? Куиза! Тю-ко-кой. Ну смотри, только чтобы это девочка с девушкой будет, да? Наш. Хотел сказать, это наша сестра, а это наша крыса. Это наша крыса, да. Это значит, что крыса, что за разновидность такая интересная. Дабл Рексиан, да. О, Рена засветилась. Ну все теперь. За Рена. В группу годоводов у нас Рена. Я стрелочку поставлю. Они очень тискают. А тут у нас большие квызы. Правда, нифига не видно там. Красавец. Ца.
шее сидит. Это нужно с рукой сравнивать, потому что размеры он большой. Или она? По-моему, он. Это же он у вас, да? Можно потискать? Можно, да, конечно. Это же мальчишка, да, у вас? Сейчас, подождите. Не ждите, я потискаю. Пуша! Пуша, вылезай. Как? Пуша, да? Все, я пришел. Иди сюда, мужик. Я просто не могу снимать и тискать одновременно. Потом я тебя укрою диванчиком. Вот это пушка-тушка получается, да, у нас? Какой же огромный! Ну возьми на ручки ребенка, если сможешь осилить, конечно. На весу, просто не очень добеда, вот так. Просто размеры, чтобы оценить можно было. Ну, пушка, это действительно. Не толстый. Не-не-не, он здоровый, да, красавчик вообще. 40 грамм. Да, супер. Это еще 3/4 кило. Что вы у меня там все нюхаете? Че у меня там пахнет? Объясни мне. Поменьше, первый. Что, там тоже пахнет, да? Да, есть. Вот он, здоровая, огромная. Естественно, это показать просто надо целиком. Давай, покажи весь свой длину. Большая клыса. Большая клыса. Он сейчас сожрет его просто, все. Спасибо большое. Что такое? Не признал. Что ты там снимаешь? Какой театр? Рексик. Спокойный, как удав. Почти. Молоденький. Да я вижу. Что вы у меня там все нюхаете? Мохнатая зопа и фост. Кто у меня там пометил? Там ничего интересного. Нет, все-таки есть что-то, да? Все? Успокоился? Метить будешь? Нет? Но он не доминантный же у вас, да, я так полагаю? Спокойненький такой. Какие ухи! Мыхи с ухами. Нет, Данила. Нет. У нас уже 4 есть, хватит. Такая ушастая. Дрожит. Боится, что? Страшно ей. Да, вибрирует. У нас с другой стороны какая разница? Да. Да не, мыши, ты что, господи, по количеству брать? Я тебе говорю, у нас 4 мыши, воняют. 10-15 как раз. Мыха. Пахнет отлично. Ты лицо попроще сделай, тоже мне, красавец, мужчина, блин. Ты красавец такой у нас, да. Ничего не боимся, да, она конечно. Не мало? Мало. О, какой! Изучать пошел, да? Лизать опять меня, да? Да. Лизутельная крыса. Я нашел на выставке лизутельную крысу. Лизать! Не знаю кого, но лизать. Опять засвечивается. Все. Белый всегда засвечивается. Постоянно. Красивый мальчик, да. Такой красивый. Я не буду целоваться. Все, он больше не будет целоваться. Нет. Полезал, да? Всех видишь? Ты лавашка. Ты что, снял, что ли? Кошмар. Целовательная крыса. Так, вернем хозяина, а то он сейчас с нами поедет.
Ну и пока ворона ушла, вроде реально ушла, мы будем тискать ее крысей. Квеса, квеса. Слушай, подержи, подержи камеру. Я квесу хочу достать. Пацан, подержи. А, меня укусили. Нормально. Да конечно, кому ты нужен. А вот смотрите. Вот оно. Воронина детишка. Она меня потом убьет, наверное, да? Нет, нет. Ты будешь жить. Но недолго и фигово. Смелая мотка. Вот. Я просто уже, их уже реально затискали. Затисканная мордочка. Слушай, все. А, Маш, а что это, кстати, окрас? Это же сиам. Красивый, смотри, какой. Да, не видно так камера. Нет. У него поинт сиамус. Видишь? Поинт, да. Да что ж ты меня грызешь-то все? Ты, ты голодная, что ли, или что? Понятия нет. Сейчас тебя съедят. Да ешь, пожалуйста, что я? Я говорю, я уже настолько привык, что... А что ты снимаешь-то? Одна грызет, другая лижет. Вы определитесь, что ли? Знаешь, крыса, она есть крыса. Неважно, какая. Ну, красивущая вообще просто девчонка. В растопырку. А, ну да, естественно, вот этот вот зверь страшный надо заснять, да? Злобная ворона. Ворона из вороньего гнезда. Слушай, подержи. Сколько ты денег отдала за все это барахло, чтобы мне знать, сколько там положил? Не помню. Хороший вопрос. Ты знаешь, я в любом случае 500 уже в фонд положил и... Просто я помню контейнер 200, а миски... Мы не знаем. 400 миски бесплатно. Мы не знаем. Да что ж ты меня все кусаешь-то? Какие крысы, воронины крысы. Ага. Да-да, она пока ушла, мы тут их пользуемся случаем. Там пока ничего повелось, чинчики. Нету пока никаких. У нас нет. Ну, в Сан-Питере. Да-да-да, злобная. Дай, подожди, убери. Слушай, подержи. Подержи. Да. Ай-яй-яй-яй. Тебе сделали ам? Подержи его. Да, не визжи, не визжи. Что-то я подозреваю, что весь выпуск будет посвящен вороним крысам. Да, 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 да. Вот, вот, кусучая, смотри какая. Видишь? 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 Прокусывательная крысятина. Нет, да тебя выкусили, а ты прям пищишь. Нет, нет, она именно, вот смотри, видишь? Так правильно, если бы ты мне в пасть пихал пальцы, я бы тоже тебя... Такая морда злобная. А вон тех крыс почему не сняли? А их невозможно. Да, это мушки такие. На сравнение на лучший голубь положат 308, 310, 315. Вот так тебе. 422. Приносите к столу B10. Все слышали, да? Всех нести. Я так, ну и крыски, да, крыскин степ. Да не похож на Михася. Вот тут у нас такой. Как его зовут? Этот Васька. Василий. Здрасте, приехали. Васька ты у нас, оказывается, да? Да, Васька такой. Уставший такой, уставший, да. Декорация должна быть со всеми ласками. Вот тогда он должен быть. Я даже подпись на видео. Руки Red Kisser. Да Red Kisser тут не только руки. Не, морду Red Kisser не надо. Вырежу. Ой, ты красавец какой такой. Голубчик. Да, голубчик, голубчик. Он же голубчик. Ну, татава в женском воплощении. Красивый, красивый, красивый. Ой, какой красивый. Вот от нас Рексина здоровенная. Так, какая шерсть у нас тут. Здоровенная. Здоровенная тоже, да. Здоровенная. И вон там... Так, ну слушайте, у меня рук-то не, нет самых, всего две. Не хватает рук? Да, у меня рук-то не хватает. Ой, какая прелесть. Уголь, ты... стой, уголь, стой, уголь, стой.
Уголь, стой, тебя показать надо. Ой, какой красавец у нас, да. Все, засветишься. Слушай, здоровый какой. И яйца главное же. 700 грамм. Тушка здоровецкая. Красавцы. Что ты там нащупал? Нет, ничего там. Куда ты пошел? Все. Все. Мы жрем. Слушаем. Не. Ой, ты, господи. Выжил куфет. Ба, что это такое? Ну. Самый первый девил, который получил. Да. Это он и есть, я и понял, мне его не отдали. Я обиделся на всех, все. Она уже затихла. Так, Дань, я снимаю конец этой выставки, потому что я уже умер просто. Все, я уже не могу, у меня все стоит. Куся! Да, все сдохли. Осталась съемка дохла крыс. И там он тоже задохли. Я точно в ящик, на который он зарегистрировал. И там дохляк. Так, там у тебя классно. Все. О, ожил. Все. И выставка у нас заканчивается. Все уставшие и все разбредаемся по домам. Ну и подводя итоги выставки, хотел бы что заметить. Выставка была классная, все понравилось, было жутко интересно, было очень много крыс, мышей, кроликов, еще какие-то там животные всякие грызущие были. Сразу хотел бы сказать, что, ну, дико извиняюсь, что я там не со всеми здоровкался. Люди подходили, узнавали. Я был, честно говоря, в полном шоке. Был красный, как помидор. Вот. Я к такому не привык. Вот. Но все было здорово, все было классно. Я надеюсь, что на следующую выставку тоже приедем. Вот. В общем, все было просто супер. Увидел много людей, которых хотел увидеть. Возможно, надеюсь, увидели меня, те, кто хотел меня увидеть. Вот такие вот итоги выставки. Любите крыс, любите животных. С вами был Рос. Всем пока.